Всем привет, с вами Такс и Томми, сегодня мы продолжаем играть на Western State Roleplay. Да, ребят, всем огромный привет. И сегодня у нас очень важная миссия, это купить ссаный дом. Очень ссаный надо купить. Вообще весь обоссан, потому что у нас денег совершенно нет. И, как вы понимаете, дом мы себе очень большой не можем позволить. Это же этот, криминальный бизнес и дела. Ты что, новости не смотришь по НТВ? У меня телевизор-то нет, блядь. А купи себе. Чё не ты хочу, игрушку? Не хочу. Да я обрезал себе провод, ага, кабель. Ну, короче, это... дело не в этом, социопат. Я еще сам-то социопат, блядь. Социопат. Социопат. Активный, пассивный ты, социопат. Он все врет, не слушайте этого дебила. На Винвуде мы ничего не купим, надо искать в гетто все продано. Поехали в пустыню. А, точно. Там по-любому два дома стоят рядом. Я тебе говорю. По-любому. По басу как я дам сейчас. Где ты? Прямо еду. Ты? Я бегу за тап. У нас жесткая песня была вообще хитяра 2008 года, блин. Давай, помнишь, давай. Ну да, помню, конечно, эту песню. Ты чё? У тебя на Sony Ericsson была или на Motorola? И у меня не ври, не позови меня вообще нахер. Пиздобол, блин. А ты куда там рванул-то? Я просто еду. Ночной ракет. Какой хоть... Автобус подпирает, тварь. Доставай шотган, доставай. Доставай, говорю. Меня догнать не может машинка. Бибика! Бибика, мафинка! Дядя, знаете, что я сломалась? Мафинка! Я харжал над этим ералашем, конечно. Ну, дебилом был. Понимаешь? Нихуя не изменился. Я тоже все еще смеюсь над шутками учителей. Надо смеяться над шутками учителей, ребят. Вам тогда точно пятерку за четверть поставят. Тогда. Вот Леша не смеется над шутками, он же социопат. Все. Я просто спать хочу. Короче, не давай искать дом. Че его искать-то? Потому что они все заняты, все куплены. Мой дом это бомжатня, ты понимаешь? Мой дом не... Ты меня вырываешь? Мой адрес... А вот, нашел, вот здесь можно купить. Мой адрес не дом и не это улица. Это... Мой адрес... Ага, там, знаешь, сколько они стоят там? Мой адрес Советский Союз. Ну ты в прошлом по льбасу остался. Ты в совке-то не жил. Ты, блядь, зато я в будке жил. В конуре, блин. 350 я покупаю. Где? Где купил? Где? Ой, бля, продать может то, что он не рядом. Пойдем вот там вот, купим вот эти два. Вот я бэпан, блядь. Ну ты бэпанчик, ну. Тебе доску надо, Лёха, нет? Чтобы чаще полицейский проехать, нормально. Хлом, сука, вот. Все, я купил. О, музычка такая жестко играет. Да-да-да. Вот тут вот покупай, Лёх. Вот где я стою. Да я знаю, Exit. Сейчас выйду. Все, я себе купил. У меня вообще жесткий домик, сейчас посмотрю интерьер. Если он еще хороший, я вообще, блин, поражусь этому и... Ооо, говно. А то можно интерьер менять? Вот даже дешевле. Да, вроде, не знаю. Сейчас посмотрим. Так, ну, о, я... у меня, ну, тоже дерьмище. Я... Ну нет, у меня еще не более-менее, но у меня... У меня одна комната. Я не люблю такой интерьер. Че, как посрать-то? Ты говорил то, что можно посрать дома. Как посрать? Так, автоматический так, шкаф для одежды, холодильник, сейф для хранения, так, субсидии для понижения. Слышь? Хом? Да, хом. Так, продать дом, отметить, продать домашний транспорт, улучшение, информация о доме. Так, теперь надо как-то мебель. Так, продать домашний транспорт, отметить, зареспаунить транспорт, продать дом, мебель. Так, слот один. Так, в данном слоте нет объекта. И теперь надо искать в GPS, где мебельный салон находится, потому что я не знаю, где он находится. Сейчас, погоди, я все куплю себе, все улучшения, ладно? И поедем. Я тебе на встречу побегу. Лес Санта-Мария есть, а есть пирамид. То есть я должен еще выяснить, где этот мебельный салон. Лёха, стой. Стой, я сзади. Лёша! Это ты там? Да, я бегу, бомжик. А салон, а вот ты. Ну, а салон где? Поехали. Кто это такой? Эдди Мур. Лес Санта-Мария. Все. Не, поехали. Поехали. Прям... Окей. Да куда ты поехал? Тут в ЛВ есть. Рабочий? Да, рабочий. Рабочий у нас есть, Лёха. Где? Направо, да? Да, сейчас. Окей. Всё, давай. Дальше? Прямо пока. Окей. Следующий поворот налево. Окей. Типичные придурки, скажешь налево, ебанут прямо здесь в стену. Да, они направо поворачивают. Ты чё? Они лево, справа не знают, что такое. Право? Ты таксист. Да ты... Таксисты так делают обычно. Всё, прыгиваем. Здесь? Ну еще дальше. Ну вон, не увидишь маркушку. Нет. Видишь, вон даже этот припарковал. Ой, ты прыгивай нахрен. Я прям под ним. Сука, доедешь. Запись. Купили, блядь, мебель. Я чисто, знаешь, так под него прыгнул.
О, прикольненько тут. Меня опять ёбнул. О, для выбора пробел, так. Ой, забей. А знаешь, что я очень сильно реактивен, Лёх? Гантели я не... Ты знал об этом? Ты реактивен? Ты уже, наверное, здесь качалку можно себе сделать. Э. Велосипед. Это эмулятор скутера, я его обязательно себе поставлю, эмулятор. Так. Велосипед будет у меня эмулятором скутера, в первый слот я его забахаю. Так, все, я понял, как листать, сейчас посмотрим тоже какой-нибудь. О, диванчик жесткий прям. Это самотык какой-то, я не знаю даже, зачем. Как купить-то? На Enter вроде. На пробел, либо про... На пробел, да. Нет. А, у меня shift, ясно, я ж меняю, я ж дебил. Так, толкан поставлю. Толкан, точно? Толкан поставлю, да. У меня однокомнатная квартира, и там как бы нет толчка, но я его поставлю в середине, блядь, комнаты. А он у меня есть, прикинь, толчок-то. Вот так вот как-то... О, кресло, типа такой этот... Офис-менеджер с бородой такой здоровенный, как у... Не знаю, как бы... Стиралки какие-то всякие тут. Бабушкин стул просто. Лампа, блядь. Ну-ка. А ты что, влево листаешь, а я вправо листаю? Я влево, да. Два дебила. Приставка. О, на, купить себе. Хоть где-то у меня будет. О, кровать какая, тут прям втроем можно. Телек у меня там есть. О, это у меня прям чисто из моей комнаты. Нахуя мне вторая? Это из больницы. Тоже кровать себе куплю жесткую. Мне прям понравилась она. Что-то дорого все. Так... Тебя что-то Лёха ищут, братан. Я очкую что-то. Что-то по-любому сейчас рыбопохищение какое-нибудь будет. Прям жопа чувствую. У меня на такое вообще жопа, знаешь, как сразу чешется. Немножко листы просто. Где кровати-то? А кровати самые первые были, надо было просто вправо листать. Окей, тогда я выйду. Ну, выходи. О, стол жесткий, компьютерный. Компьютерный. Компьютерный, блядь. Компьютер-то у тебя есть, не? Компьютер. Нет, так, вправо листаем, окей. О, диванчики какие. О, диванчик. Дерьмо, блядь. Там так мало слотов, знаешь, так печально. 5, да, хотя бы 10. Да, я уже об этом все скупил, ты чё? Конечно, эти 10 слотов ты, блядь, все скупил. Стул дряхлый какой-то. Дряхлый, как твой пропер... Престиж 500 рублей, помнишь? 500 рублей? Да, помню такое. Было дело. Ого, вот это вот я по-любому возьму. Сейчас по-любому одинаково, вот, все возьмем одинаковое. Вот нет. Я чувствую, это вот просто... По жизни. Ковёр, этот, как он, ковёр-то летающий. Он так и летает, так и есть. А, да, ковёр летает в воздухе. Так, ну... Аладдин, блядь. Аладдин, по-любому. Я как раз бородатый. Так, о, телек, на, себе плазму купить. Так, что там, блядь, ашифт, на... А опять слотов, ну маловато. А и что, потом расставлять надо будет, да? Да. Бля, забей. Каталка? Каталог. Так, это тоже возьму, еще один слот остался. Тут... Блин, а как можно, нет, продать, отменить там заказ? Заменить только, наверное, только другим. Да, сейчас заменю. Так, окей, огромный стол не влезет. Да, тоже занят, так что нельзя, ну ладно, похрен. Что же сделаешь? Хера себе, шкафчик. А стиралка зачем, типа, вещи мараются? Не знаю. Тоже как-то. О, так, что же еще купить? Гантели видел там, точно. Сейчас посмотрю. А не влево. О, лампа. Лампа тоже вижу. И лампа не горит. О, жесткая херня. Нет, не жесткая. Это дерьмо все. Ковер летает. Стиралки собухи. Сабвуфер. Душ! О, как мне это нужно? Мне там в башке вши одни. Так. А душ? Точно, надо душ купить. Ты до сих душ-то купил? Нет. А ты как мыться-то будешь? Окей, сейчас. Да, все, я тут уже, да, прилистал тут. Так что сейчас скоро будет, я видел его. Так, телек это было. Вот, где? Унитаз. А, да, вот толчок я брал. Ну все, у меня нету слотов больше. Так, и последний тоже возьму. Вот как это. Ну все, я тебя жду на улице с покупкой. Сейчас найду. Ты такой на себе тащишь это все. И толкан под мышкой. Так, вот я купил, ну и что, куда мне дальше с ними? Они дома у меня появятся или что? Тебе их расставлять сейчас придется дома. Вручную. У меня деньги не убавились почему-то. Или убавились. Вроде нет. А, можешь за мной приехать туда же.
Куда подальше? Ну я вышел из этого, из мебельного. Ну и. Ну мы два дебила, это сила, ну и что дальше? Че, ебашим? Ну хоть немного жопу свою разменим. Бичи ебаные, блядь. Бичи, блядь. Блихоп. Заплатить, наверное, за. Эти там сидят, ждут, блядь, чтобы доехать, сука. До самого магазина, блядь. Подрежу еще себе. Подожди, остановку надо сломать. Давай. Че, сломаешь один, или тебе помочь? Так с ноги, она с ноги ломается. Я уж сломал и убежал. А, ну мне не сломалось что-то. Ёб твою, сколько их. Кого-то три человека, блин, полтора Ивана. Так, это мой? Нет, не мой. Подальше. Да они курят, а нифига столпотворение устроили. Все, давай сейчас, наверное, расставлять. Так, я пока расставлю, значит. Так. А как расставлять? Ты Home, команда, там мебели, раздел 8. Раздел 8. Спасибо. Так. Допустим, это поставить. О, я появляюсь под ней, только вот это вот не, немного не очень. Окей, так. Как его поставить? Мебель, выбираешь что-то. А, я думаю, его перемещать будем. Перемещать, потом нажимаешь сразу. Ты сначала ставишь, а потом перемещаешь, понимаешь? А какую перемещать? Там. А, все. Снова выбираешь слот. Там надо через эту. Дебил, блядь. Иди в жопу. А у меня есть диван, нахрена я его купил? У себя спроси. Почему? Тот же самый, который у меня стоит. Олигофренд. Ну ладно, я его в другой место сейчас поставлю. Сам ты там, олигофренд. Френд. Зону. Френд. Вроде нома. Нома. Да. Нома. Так. Мебель. О, нормально. Слот пад. Сейчас, немножко баганул я. А как закончить это перемещение? Ну, кнопочка есть, что есть. А, все, сейф, все. Да тихо. Что за петух-то такой? Ты там давай без ОСКабана. Йо, я обоссался, Лёха! Я обоссался! Я обоссался, Добус! Я обоссался! Ты бы это видел? Короче, тоже сейчас не всри, короче, обоссышься вообще. В смысле, что там? Ну просто стыд письку свою потеребонькал. И с тебя пошла. Еще нахера ты тут толчки сошли. Короче, у меня тут. Не знаю, у меня, короче, будет сейчас кровать, короче, просто в коридоре нахрен для вписок, честно. Сейчас разберемся, что-то. Баганутый интерьер, ссаный, бесит меня. Ты вообще надо разогнать их, бомжи этих. Так, толкан, короче. О, сюда поставлю. У меня вообще просто нахрен. Так, интерьерщики, сука. Мебель так. Ой, не знаю, мне надо дизайнером быть, короче, я тебе говорю. Ты сади, вот зайдешь ко мне, короче, поржешь нахрен. Я кровать сейчас, короче, в потолке сделаю, типа, на пол, на потолке уже спать не умею. Тихо, блядь, тихо, блядь. Она чисто висит такая, короче, с лампой вместе. Иди нахуй, блядь. Подожди, ща охуенно, блядь. Ща открою. Подарок, блядь, судьбы, сука. Да. Я открыл, короче, заходи, братан. Не-не-не, подожди, пока я рано. Такая херня. Ну, а чисто сейчас, знаешь, типа... Это пиздец, нахуй. Сейчас, погоди. Скрытая камера, блядь. Все, давай. Интерьер от бога. А, я не вижу, как мне сохранить. Ай-яй-яй, обидно. Ой, бля, нихуя кровать поставил ты, сука. Куда мне её? Хоум мебель, так, слот 3 переместить. А, о, всё. Сейчас бахну кровать вместо этого дерьма. Сейчас будет у меня дохера местная кровать. Серёжа местный. О! Вот это гаремщик. Вот это нормально. Это по-пацански. Это по-пацански. Это, блядь, что за тумбочка? Душ, блядь, посуди. Ой, я знаю, как тебя развлечь еще потом. О, давай без этого, ладно? Чё-то как боюсь. Боюсь. Да херня какая-то, я чё сильно покупал, вообще говно какое-то. Блядь. Не ори. Ты по жизни сам выбираешь там что, работу, девушку и что там еще. Че, блять, врача нахуй. Так, ну допустим, я вот так поставлю. Да я, блять, застрял. Все, ну, сейчас поставлю. Ебать, агрессор. Я сейчас кабину-то поставлю.
Кабину. Кабину, блядь. Кабину. Вот это я интерьерщик, ебать. Тебе говорю, нам учиться надо. Учиться, блядь. Трачиться. Постоять. Ебать. Все нахуй. Катафалк, ебаный. Я в кабину пошел. Кабину я сюда. Я башню. Вот умный человек, я просто дверью, короче, к стене поставил. Нама. Ой, бля. Самый просто. Раз. Ой. Ну не знаю, мне тут кровать состоит, короче, братан. Это знаешь, чтоб я такой бухой, типа, иду, знаешь, чисто у порога сразу спать. Майнкрафт, блядь, какой-то. Да как там, хом? Хомы. Все, нахуй, унитаз. Блядь, я провалился, сука. Я тоже открыл дом. Ну-ка, давай я в твой. Вместить. У меня сейчас толкан, короче, только ты не это, не бойся. Я сейчас толкан на этой поставлю. Я что-то краем глаза моргнул, но что-то не заметил. Погоди, я застрял. Ты что, блядь, ты хуярил тогда в ходе? Нормально. Забаррикадировать, короче, и всё. Чтоб заходили, нахуй, и войти не могли. А реально, слушай, менты за тобой гонятся, ты хуянул им баррикад. О, смотри, нормально. А дай, как мне будет? Чё зашёл? Полубишь, блядь. А во, всё, спасибо, братан. Да не бей, ты сейчас убьёшь, ещё звёзды дадут мне тут, приедут, порежут. Сейчас на чисто, смотри. Да хуя диван, чтобы диван смотрел на кровати. Что за, блядь, за фетиш? Ну типа там тёлка дрочит, ты на неё смотришь. На кровати вот так вот, понимаешь? Всё. О, нормально сделал. Всё, нах. Посрал, спать лёг. Чё для счастья надо, блин? Так вообще, мне вообще телек... А, сейчас телек ещё поставлю. Заходи в мой. Заходите в мой дом, мои двери открыты. О, кабина. Мой дом. Вместите. Ну, заходи. Сейчас захожу, братан. Да блин, кто кровать так поставил? Что за дебил? Погнали, вот соседний дом. Всё, пойдём. У меня уёбищный интерьер. Альфонс, смотри, Альфонс, я его убью. Заходи, блядь, мой охеренный. Всё, я убью. Так. И чё ты тут натворил? Чё, дурак? Алёш. Огромную кровать, ебану. Да у тебя трахат. Таким, знаешь, чтоб не услышали. Трахаться. Шептал такой. Так нежно, ласковый. Вон, смотри уже, я секретарь мэрии, блин. Скажите, покажите ваши документы уже на место, уже сел сразу. Толкан. Не радуется. Скрытая камера. Такой, смотри, под камерой, смотри, я под камерой иду, смотри. Меня не видно. Сейчас стой, короче, сейчас будет игра, короче, чехарда, ебать, смотри. Вставайте вот сюда, встаньте сюда, вот, в кучку. Так все ты бомжи, в кучку. Не это говоришь, дурак. В кучку встаньте. В кучку. Я, ебать, написал по иероглифу. В кучку встаньте. Куда в кучку-то? На кровать? Ну, вон около столика компьютерного. О, сейчас взломаю Пентагон, а, погоди. Интересное какое-то слово-то. Смотри, знал, Пентагон. Пентагон, это... Я знаю, как... Тихо, стой. Чё, нормально? Сейчас я... Секретарь мэрии. Смотри, я их раскидал. Я его стенку заколотил. Нормально. Только чувака, если сейчас. Ты, у тебя этот интерьер был на Адвансе в первом доме, я помню. Да, смотрел, да. Шестую серию какую-то там. Да, да. Такой убогий, какой-то пидор. О, я обосрался, смотри. Я говорю, вот ты так же делал. Свою же стену обоссал. Я так же... Да, нужно вовремя ходить в туалет, подумал я. Так я так же посреди комнаты, бах, что-то обоссал всё. Сейчас, подожди, стой. Это что такое сверху? Вот я так же поставил кровать сначала. Не-не, что ударился об неё? Вот это хорошо, нет, если был бы пустой интерьер, знаешь, чисто вообще пустой, тогда бы можно было, а он, вижу, уже чем-то заполнен, там, телек только максимум себе можно купить по приколу. Смотри, чувака так сбиваю. Что-то пришли тут какие-то. Тут можно драться-то в доме? Ну, можно. Драться-то можно, тут сходка прям. Кстати, напомню о сходке, которая будет завтра, ну или если, когда, относительно, когда я выложу серию, в общем, в четверг она будет, в 5 по Москве. 29-го. Да. Мая.
2014 года. Ну, на всякий случай. Может, там кто-нибудь есть 2015. Да, вот у нас уже есть сходка. Ну, в общем, на этом-то все. Всем спасибо за просмотр. Сегодня мы расставили все, что хотели, всю мебель. Всем пока. Ставьте большие пальцы вверх. С вами был Такс и Томми.